Каюсь, каюсь. В отличие от миллионов и миллионов зрителей, я не сидел перед телевизором, когда показывали это позолоченное мега-шоу. Какое мне дело до чужого короля, когда у меня и своего-то нет? Ну, надели Чарльзу, Филиппу, Артуру, Джорджу шапку святого Эдуарда, помазали его елеем, вручили холодное оружие, палку и шарик. Простите, господа монархисты, меч, скипетр и державу. Теперь он Карл III. Одним Карлом стало больше. Все и делов-то. Но был один глазастый юзер, который углядел в ходе церемонии таинственную фигуру. Вот она пересекает коридорчик Вестминстерского аббатства. Англоязычная, она же злоязычная аудитория, тут же окрестила подозрительного типа «Grim Reaper», что в буквальном переводе значит «мрачный жнец». По-нашему просто «костлявая смертушка». Обычно она с косой является. Твит с фрагментом видео собрал миллионы просмотров за считанные часы. И вот тогда я посмотрел коронацию. И понял, что надо быть еще внимательнее. Давайте смотреть вместе. Вот мрачный жнец протопал со своей палкой, и видео обрывается. А зря. Стоило подождать пару секунд, и все увидели бы, как еще более подозрительная фигура пересекает пространство аббатства на высоте примерно 3 метров. Хотя с ней все как раз ясно. Всего за неделю перед коронацией в просвещенной Европе отмечали Вальпургиевую ночь, в ходе которой на многочисленных кострах сжигали символических ведьм. Одна из них оказалась, видать, не символической, избежала кары, ну и залетела в Вестминстер, хотя бы из любопытства. Или ночевку искала. Но и тут не надо останавливать картинку. Через несколько секунд в проходе появляется еще одна фигура – невысокого роста, при ходьбе придерживает правую руку, по привычке опаздывает на мероприятие. Кто это был, нам установить не удалось. Жаль, Дмитрий Сергеевич трубку не берет.